Протаранил ограждение и ушел под воду. В Москве внедорожник вылетел в реку на Пречистенской набережной. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как машина медленно тонет. Двери автомобиля закрыты, из салона никто не пытается выбраться. После аварии на месте работали спасатели-водолазы. К сожалению, водитель внедорожника погиб. Это мужчина примерно 30-35 лет. Документов у него при себе не нашли. По предварительной информации, он находился в салоне один.